Сначала спрошу, вам это будет не в тягость ежедневно посмотреть? Я за это платить еще не могу, это красота. Но мы по очереди все равно будем. По очереди, но все равно спрашивайте, мало ли еще забыл или как. Потому что для нее один день без еды, без питья, они все сдохнут. Потому что она проглотила, а ничего нет. Вот это инструкция. Пойдемте пока. По одному вижу, понимаете? Четыре вязки. Потому что не скажешь, что нет. На перегонки, брат. Кто вперед на перегонки? Смотрите, что здесь. Первое. Висит здесь у меня щетки. Если когда надо помолиться, тут никто не видит. Три святое и 100 поклонов. Так. Я думаю, здесь главный у меня работник будет Исаакий. Исаакий, иди сюда. Тебе не тягость будет ежедневно заглядывать сюда. А? Потому что голуби никакой пользы не дают. Я ничего не могу. Но если случится, как я сдохнет где-то, его отдельно положить. Зимой там мороженое. И когда наберется, если там штуки 3-4, замотать крепко батюшке дать, когда он едет. Или Игорь ел, чтобы он их привез туда. Дорожки, все остальное. Смотрите. Вот здесь вот инструкция. Вы отдельно потом прочитаете. Корм, пшеница, еда. Я сейчас буду показывать как. Порядок. Куда ее положить? Вот себе. Это вам может переменить. Каждый себе перепишите. Вот посмотрите. Вот заходишь. Летом. Вот у меня банки. 13 банок. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. И вот 14. Сколько в нее входит? 5 литров. Представьте, почти по одной бутыли на один. Вот зашел сюда. Ходить только по доскам. Потому что здесь такой у них сделал, он напилил, чтобы эти рейки не набивать, ну как-то дранку. Он распилил и бруски прибил, а между брусками глины, надо, тут тяжесть очень большая. Ходить можно только вот по этим, или вон где балка идет. Балка. Вот. Вот здесь вот, когда дадут нам что-то, вот что делается. Мешок. Вот они везде. Крючки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это достаточно. Кроме того, вот это называется тюрики. Вот у нас мы постараемся заполнить. А остальные почти все это наполненные. Дальше внизу я покажу, где в другом месте, где машина. У меня в трех местах хранится пшеница. Ну здесь вот, я не знаю, но полтонны это есть больше. Нет, больше. Больше, может, даже около тонны. Сколько давать? Как давать? Вот теперь проходим дальше. Первое, что. Дальше. Один, второй запасной для снега. Вот сейчас, как оно, слишком открыто, куда он в голову не попадет. А если он попадет, его не видит. Вот он открытый, они отправляются сюда, а здесь они не открыты. Не
менять хотя бы раз в месяц. А снег вот еще его где-то там выкинул. Они топчут его, маленько его расколотил. Вот рядом лежит лопата. Вот она стоит. Я сейчас покажу как. Что здесь проверить надо? Ближе, чем полтора пальца, не надо наливать. Это я забыл. Смотрите. Вот это она прижимает вот так. И теперь аккуратно вот так поднимаю. Ничего нет. А бывает там мышата, они идут, мыши сюда, и падают туда, и плавают. Вот так вот. Снял и опять положил. Запомни, как лежит. Вот этот кирпич ближе не надо, он с него не становится и долго крутится, и может оправляться. А вот она придавливает. А здесь газета. Газеты везде лежат. Она дырявая, вот эта жестянка. Как только я не выпускаю. Почему? Сразу два голубя исчезнут. Ну и идет. И говорит, а там голод задраты вороны. Так было? Ну я пошел и правда. А нет, птицы-то улетели, а им питаться надо. Я не, ястреб прилетает, садится и ждет здесь, прям рядом. Они только вот вылазят, все, а с той стороны я покажу, как открывается. Я даже вот в обед можно открыть, в воскресенье хотя бы раз. Он утром питается. И вечером. А в обед они к вечеру быстро долетают обратно. Иначе они, ну тут большое пространство, они перелетают, но этим им мало это, им надо крутиться, летать, и они, ну потом никак. Вот теперь что, приходим мы сюда утром, одну чашечку надо будет высыпать сюда. Смотрите, лопата. Все. Теперь лишнее, что есть, рядом лежит веник. Убрали. Вот для этой вот кормушки, вот она лежит, вот это вот. А там своя чашечка, я не знаю, как ее назвать. Сколько она вмещает. Вот посмотри, я насыпал. Когда сюда насыпите, покажу, как сыпется. Вот. Я вот одну чашечку черпаю, вот. И она у меня здесь будет, на полу. Теперь вот на это надо посмотреть. Не давить. А почему она, видишь, висит? А чтобы они не ударились, вот это вот. А одна у меня была вон там до самого верха. И мыши потуда навадили сюда вот здесь. Пришлось обломить ее, все вот эти вот, коротенько сделать. Как они ночуют, даже не знаю. И вот сюда надо проверить, смотри. Подошел, вот так, подойдите. Вот это вот, вот. Это уже не пшеница. Это, которую они не едят. Ее много тут. А как, ну, надо посмотреть, какая тут у меня еще есть. Ее высыпать вот в эту корзину. Это не пшеница здесь. А сюда я подсыпаю вот так вот одну, потому что они садятся здесь. А это отдельную сторонку, а потом отдельные выгрести вот сюда вот. А когда там наполнится? А банка наполнится, а там мешки есть, там висит один мешок. Пустые мешки подвешивать, а для чего? Это для воробьев. Отдельно где-то на улице кормушка, все, воробьи это едят. А голуби едят, когда ну, совсем уже не начинают. Вот, одну я туда высыпал, корчашку. Каждый день проверял. Вот это вторая у меня концерта пойдет сюда, на доску. Сейчас пока подожду. Вот это песок. Песок и рядом. Вот теперь что нужно делать? Посмотреть, сколько. Ну, этого достаточно. Я вот так вот сгоняю. Ну, бывает, отправляется, как бы камушки, через пальцы. Раз, вот она. Просыпал. Все. Теперь дальше, смотри. Вот так вот потряс где-то. Ну, маленько. Не особенно как-то, ну. Маленько-то, иначе они же есть не могут, эти камни-то. Тут ничего нету, ни заразного, никакого. Все. И я им маленечко. Все, достаточно. Вот это вот только поднимать. Песок. Лопата лежит. Это песок. Запасной. И вот запасной под ним. А как много надо сыпать? А тут камушки, которые выйдут. Да никак. Там видно, что кончаются. И все. Вот этого достаточно. Хотя еще надо не забыть еще поставить. И не давай, чтобы на песке были. Иначе они загадят и начинают это все разлетается. Вот это вот отверстие оттуда поднимается. Это воскресенье, раз, можно дать, но не забыть закрыть.
видите, зашел, а тут сова. Уже несколько штук задавила. Зимой. Ну, он ее убрал. А сорой не касается. Смотри, так, пройди маленечко. Где там? Есть, нет, бывает, погибли какие-то. Так, секунду, вот это вторую куда сыпать? Вот сюда, вот теперь смотри. Вопросы задавайте. Каждый день вот это делать. Вот это вот. И вот так вот, чтобы они ваши голоса знали. Гули-гули. Я начинаю. Гули-гули-гули-гули-гули. Смотри. Пока они потом так привыкнут к писарке, и все. Придется отдавать все головы. Банка. А вот у меня, это святая вода. Слушай, чего покропить маленько? Это вот сюда ставить банки и наливать. То есть через край, чтобы не потекло. Да. Видно. Это для снега. Так, идемте сюда. Сейчас тихо стойте, я буду говорить, а вы наблюдаете. Вот сюда встаньте. Мне очень смущают чужие. Гули. Если они сидят, это те хохолки. Это три дикаря у меня. Гули. Звука не подавайте потом. Гули. Это самое смелое, видишь? Сизари. Они гоняют этих, и болезнь прекратилась. Я нащупал лекарство. А это уколы им делают, растет, это рыбий жир, ничего не надо, дикарей среди них. А в какой пропорции? Ну, примерно 1 к 3. Сколько голубей может таких? Ну, я убрал на землю остальные. Гули. Сейчас как только белые слетят, все полетят. Гули. Гули мои гули, гули напугались, вот они где. Видишь, какие хохолки у них. А дикари, как они с хохолками оказались, не знаю. Гули. Все, сейчас пойдут. Гули. Там молодняк. Отстойник. Вот они сейчас оттуда. Гули. Только ни одного звука не издавайте. Гули. Они меня знают. Гули. Наверху посмотри, скажи. Вот которые пестрые, это я все привез из города. Очень хорошие турманы. Гули. Вот выходит какой. У них все с шиньонщиками. Молодняк. Гули. Неужели они тут наелись все? Гули. Вот, видишь. Гули. Хорошие мои гули. Но. Гули. Напугались они. Гули. А кто-то скажет, ну-ка возьми пал туда, сгони их оттуда. Тогда вообще уходи. Они никогда уже не будут это. Гули. Повторяю, более глупой птицы нет, чем голубь. Бог так сравнивает, говорит, глуп, говорит, как Ефрем, как голубь. Страус тоже, он лишен смысла, написан, но у нас нет его. Гули. Вон там, что он там клюет, непонятно. Вон далеко, там полукоричневый. Гули. Это те, которые залетают туда, в чашки едут, в тазики едут. Тазики. Вот эти корчашки, которые, как пришел проведать, а там мало. Ну, видно, мало. Значит, 4-5 корчажек. Я их уже тут лишнее-то убирал, но зимой погибнут некоторые. Гули. Где мои гули, а? Гули. Гули. Это видно, что не голодный. Ну, они обычно падают и... О, вот он гонит ее, смотри. Да, прогоняет у него гнездо здесь. Дикарь, и у него хохолок. И постепенно я целую породу вывел их здесь. Она одна была такая. А сейчас у меня двое или трое. Кто были с намеком только. Ну, вот ты пришел. Вот эти должны быть всегда закрытые. Если она будет открытой, он туда попал, ну, никогда не вылезти оттуда. Он там и будет лежать. Время от времени проверяю, не попал ли туда голову. Нету. А теперь, ну, вот так, видно. А теперь вот. Приходишь, надо давать. Чашка, это тазик у нас. И в тазик 4-5 чашек. И опять туда. Все закрыл. Это можно быстро научиться делать. С это я видел, нет? Да, видел. Вот. Теперь, вот я беру, сейчас посчитаю. Так, одна. Леша, за мной, иди.
Пробуй ее толкнуть вот так. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 полных, 10, 11, 12, 12, это вместе с тобой 4 свободно хватит. Нет, там тоже есть. Самое опасное это весна и осень, когда здесь застынет, а снега нет. Поэтому пришел, тут есть что, и железки разные, вон там лопата лежит, он молоток специально. Лед раздолбелся, за ночь застыло. Лед выбросил, но прийти надо с чайником, с кипятком. И тогда туда, и она вокруг все обтает, им это на день хватит. А как только снег пошел, всю воду вытряхнул на два тазика снегу. И потом они по ней топчутся как-то, поверхность такая твердая. Ее порубил этим молотком, и все, добавляй. Который сильно там запачкан, ее выкинул. А где-то отдельно выкинешь туда-сюда, она и растает, не пройдет целиком. Вот они где. Вот они теперь накормленные. До завтра. Все, там есть, в случае чего они найдут там. А если не найдут, значит погибнут. А это вам в обязанность уже не ставится. Потому что там в двух местах корыто. И когда в это насыпаешь тазик, то у тазика, ну тазик-то вот какой, а она шире, площадка-то, на все стороны маленько скинь пшеницы. Потому что тот тазик залезет, он другого не запустит, он там что-то копается. И там точно так же. Кроме того, который там есть, такой, можно брать себе дома кормушка, сыпать. Это просто полезно иметь дело с ними. Ну вот смотри, лестница одна, это кверху лезть. Тут будут много воробьев после. Ночью пришел фонариком, он мертвый, голод сидит, это сказать, воробей никуда не движется. И тогда с двух сторон так руками раз, и все. В банку его посадил или куда. Через 5 минут он мертвый, кошкам отдал. То есть лестница вот вторая, и где-то третья вот стоит. О, еще она стоит там. Это мы смотрели ночью, проверяли гнезда, и не нужно все убирать. Залезть. Ну какая причина-то залезть, это я не знаю даже какая. Теперь, а если хорек или кто-то прогрызет? А вот рядом ведро стоит, вот оно, с капканами. А тут капканы можно не привязывать, он никуда не денется. Он греметь будет им. Ну лучше привязать за что-нибудь. Поперек палку привязать, он обязательно запутается. В прошлом году тут у меня разбой был. Ну я поставил, и попала матушкина кошка. Пришли, она на улицу, тут обратно вышла и висит на капкане. Там, на видимо, мы пришли просто. Ну, я думаю, ногу отломил. Ничего нет. Тогда Володя все вокруг заколотил и больше прекратилось. А батюшка говорит, по две недели нету, приходит такая справная, чем она питается. Она вон там он устроила там перина себе из них. Ну сколько она задобила, я думаю, ну, десятка два, наверное. Голуби уменьшаются, а не вылетают. А если я их не упускал, то вот они. Видишь как? И ты приучишься смотреть, он туда теперь не столько налетело. Голубь – это та птица, которая ее воркование не надоедает. Гусика больше надоест. Курица одно и то же куда же. А это нет. Как они ухаживают, у них такое есть. Сортов голубей сколько, это в интернете зарядить можешь, больше всего. Это очень большая ценность. Я забыл недавно, мне один писал, по нашим рублям 1,5 миллиона, кажется, за голову. Он много лет выводил этот сорт, и как черная роза, найди, где она есть. Это поколение из поколений, где-то вывели в Англии. Ну вот все, вопросы. Все понятно. Понятно. Если что-то непонятно, значит как? Ежедневно, в уставе все на вот это, напиши, сегодня переписать надо. Ты себе перепиши, дашь ему, да, это... Ангелине, она две копии может сделать. А вот уход за голубями. Я старался печатными буквами писать. Вот что непонятно, ну, бумажку пришлете. Вот если будет, Игорь там это сделает, то вот они, где-то у меня здесь есть, вот они эти завязки. Она в петлю надеваешь,
они повесили. Только это сначала кверху поднять вот этот, а потом тогда это. Да главное, когда нету еды, да они научились у меня голуби. Вон, смотри, продавливает, потом продавливает мешок, сам ест и сыпет на пол. То ли умно, то ли, ну, должна, говорит, заставит, а лучу есть. То есть кислая ягода, как слива. Вот оно все. Гнезда, посмотрите, там все гнезда. Весной, ну, можно даже прощупать, кое-где можно соломки подложить. Но я думаю, тут к тому времени Володе подать. Вот оно. Какая музыка. Вот так вот кричит, когда мучит, это он уже, как правило, в гнезде уже сел. Ну, вон он сидит. А? Вон он, вон. Да? А, вон он сидит где. Ну вот, это означает, что он кричит, занято, занято, занято. Вон он, голова торчит у него. Видишь, какие у них шиньончики на голове. Они у меня были все очень породистые и слабые. Поэтому я перемешал с белыми дикарями наполовину, некоторые уже не умеют переворачиваться, а шиньончики сохранили. Но зато сделали скрепки, морозу сибирских не боятся. Один мне дал, говорит, ну я не дал вам голубей. Говорит, а что толку? То у вас же там ослепся для них. Почему? Ну холодно, а у него отапливается, там свет-то. А у меня они просто вот природные, как есть. Значит, ты утром идешь, сразу сюда закинуть. Так, сейчас ты слазишь. Последний буду я выходить и покажу, как закрывать. Вы можете повесить даже замочек, если есть свой, у меня такого нет. Он висит у нас без этого, без ключа. Сюда, представь, один человек залез, а траву насыпал. Я же говорил туда. Ну-ка, давай. Просчитай сразу, Алексей. Попроси Ангелину написать. Вот смотри, Исаки, сейчас. Вот вот ты вылазишь. Всегда двумя руками держись. Так, гриль у меня. Перешагнул. Раз. Два. Ох, как гвоздик. Вот этот вот на всякий случай. Это как бриллиант. Раз. Я его сюда вешаю. Вот сюда вот. Бывает. Нет. Вот оно, как будто бы есть. Это просто молиться надо. Перекрестил. На дне я решил все замки оприходовать. Но этот замок потерялся. Как? Я начал гадать. И вот один самый такой случай. Я песок туда носил. А он висит вот на этой, на последней. Я поднимаю, даже не заметил ведром. Там он сразу соскочил. Падает оттуда, ударился и падает в дырку. Возможен такой вариант, но это уже экзотически. Я их не нашел, я просто так думал, там еще не смотрел. Все. У меня голуби, крест. Теперь пойдемте, как когда пускать будете. Один раз, притом ежедневно, и друг друга спрашивайте, ходил, нет? Значит, тогда сразу, как ты вспомнил, напомнил, тогда беги, хоть вечером. Ну, уже не в темноте. Они еще дойдут. Вот смотри теперь. Там видно где? Ага. Вот оно. Впереди, вот. Вот сейчас я открываю. Сейчас как раз нужно открыть им уже. Этот ястреб нанялся, все открыто. Сегодня они у меня вылетят. Благослови, Господи. А если не вылет, это утащат, ну все, потерял. Теперь открыто, видно? Да, да. Вот. А теперь ты подошел, и тебе надо опустить. Все. Если что-то задело, рядом лестница. На тот случай, что ну зацепилось где-то что-то. Бывает такое. Ну, ничего как будто не было. Веревочка не туда пошла, вот палка стоит маленькая. Я палочкой нитку завел. А если она нитка пойдет туда, она прямо попадает посередине. И не дает залететь. Все, вы когда идете, голову поверни. Так, первая голубятня.
сюда лазят, видишь сколько, ставят лестницу оттуда, я их переманул сюда, дальше закрыл отверстие с палками, и они туда попасть не могут. То есть они все здесь. А летом я открою, они там будут. Я очень прошу друг друга спрашивать, потому что, ну, заняты другими делами бывают.